Английская пословица гласит: «Чистота есть лучшая красота», и с этим невозможно не согласиться. Можно бесконечно заниматься благоустройством, строить новые парки, скверы, фонтаны, но если на улицах будет грязь и мусор, ни о какой красоте города и речи идти не может. Как соблюдают чистоту жители нашего города и над чем сейчас работают коммунальные службы, выяснили наши корреспонденты. Как только установилась плюсовая температура, на улицах Славянска на Кубани сразу же закипела работа. Полным ходом идет весенняя обрезка деревьев, обработка клумб, высадка зеленых насаждений. С наступлением благоприятных погодных условий начинается высадка зеленых насаждений, побелка, покраска бордюров, также рыхление земли. Вот. Как службы города, так и сами жители предприятия принимают в этом активное участие. Красота города зависит не только от его благоустроенности, но и от чистоты парков, скверов и придомовых территорий. Это, по словам заведующего сектора санитарного состояния городской администрации Антона Шевердина, должен понимать каждый житель. Хотелось бы обратиться к жителям, чтобы каждый владелец дома выходил и перед собой наводил санитарный порядок, красил заборы, высаживал, окультуривал, делал наш город более красивый, яркий, красочный и ухоженный. Некоторые славянцы уже активно включились в работу по благоустройству своих территорий. К примеру, Галина Ковалева, владелец дома по улице Победы. С наступлением хорошей погоды, не задумываясь, вышла на улицу и приступила к наведению порядка на своей территории. По ее словам, такую чистоту стараются соблюдать все жители этого квартала. Все жители возле двора должны выходить, наводить порядок, чтобы был порядок. Ну, приятно идти по улице, когда цветы. Даже почтальон к нам идет и говорит, как у вас тут приятно проходить по кварталу. Да, всегда говорит так, цветы, вот говорит, прямо прихожу по вашей улице, и всегда порядок. Немало делается в городе для наведения порядка. Чистота улиц, парков и скверов зависит как от специальных служб, занятых уборкой, так и от общественности. В наших общих интересах сделать так, чтобы наш город стал чище и красивее. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».